Друзья, привет! Вы на канале Во Колесо, и этим видео мы продолжаем серию небольших видео, где делаем замер жесткости состава смеси по шору тех моделей шин, обзоры на которые уже есть, но прибора для измерения тогда не было. Замер мы занесем в нашу таблицу, где сможем сравнить, насколько жесткость смеси данной шины отличается от конкурентов. Итак, мы сделаем три измерения и выведем среднее. Первое измерение 63,5 единиц шора, второе измерение 64 единицы ровно и третье измерение 66 единиц шора ровно. И среднее значение это 64,5 единиц шора. Как вы видите, это средний показатель, что обычно для шин Тоя мягкими они никогда не были. Но и совсем дубовыми, друзья, их назвать нельзя. Это все положительно влияет на износостойкость шины и все остальные характеристики оставляет на нормальном среднем уровне, что вполне опять же нормально для ее не такой высокой цены. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, если считаете такие видео полезными. Ставьте лайк, ведь это дает нам лучшую мотивацию делать эти видео для вас и дальше. Спасибо, пока-пока.